Всем привет, мои друзья! Всем доброго времени суток! У нас сейчас день. Я с утра поехала по делам и заехала в магазин. Супермаркет, там немного дешевле. Вот, поэтому взяла кое-что. Взяла на пиццу сыр. 196 грамм, 31,99. Ну, 32 гривны. Вот, ну, почти 200 грамм. Затем намазка на хлеб. Нам нравится лососевая. Ну, в общем, лососевая икра пишут. Нет никаких вот этих добавок. В общем, она вкусная, нам нравится. Мы такой берем часто на маску. Насколько она по запаху соответствует. Вкусненько пахнет. Хорошая. Намазочка так. Взяла шашлычок, поэтому пожарю, наверное, туда, дальше. Не будет так уже жарко, я пока доехала. О, боже. Поехали с Настей, Галунка врывается. Люля меня за ноги кусает. Я взяла такой порошок. Вы знаете, на натуральной основе. На натуральной. Можно стирать детские вещи от нуля, поэтому я его взяла. Вы знаете, вот особенно нижнее белье стирать хорошо. То, что соприкасается к телу, лучше стирать вот таким вот порошочком. Дальше там шампунь для нормальных волос. Она тоже недорогая, там что-то около 40 гривен. И порошок что-то тоже так. Тоже что-то недорого. Лучик такой, да, я говорю, длинный выдали мне. Что-то, в принципе, и непонятно. Зато батон я купила на 29,90. Вот такой огромный, семейный. Смотрите, какой огромнейший. Вот это батон, я понимаю. На сколько дней хватит? Я взяла дрожжи, я буду печь хлеб. У меня муки столько, поэтому надо печь. Взяла капусту, она у меня вытянула на 7 гривен, 7,30 килограмм на 7 гривен она вытянула. И вторая также капуста, одну я капусту повезу бабусе на 7,33, это две капусты. И я ей взяла морковку, хотя она говорит не надо морковку, я ей взяла, пусть будет. У нас в этом году вообще на огороде морковки кое-где, и то... Я сеяла очень много, кое-где взошло, кое-где вообще не взошло. Но пишут, что так оно у многих сейчас. Сметанка 400 грамм, 20% жира. Тоже акция была. Акция была, и что-то она не очень дорого у нас вышла. Недорого. Так, в общем. Зато мыло я набрала. Шашлык я взяла на 173 гривны. Он уже готовый, я его там порежу по кусочкам, потому что куски такие большие. В общем, сметанка, тоже акция была недорого. Маркетов я вступилась. Очень много скидок, акций. Ну, два таких йогурта к Киеве девчонкам. Сгущенка. Что-то тоже недорого, 54, по-моему, гривны. Акция. Лунка просится в дом, пока не могу ее пустить. Так, и рис. Рис это на плов. 67,39 вытянула. Но килограмм 58,70. Тут кило 148. Вот. Рис. Обязательно рис нужен. Потому что рисовая кашка молочная. Это, я часто варю ее на молоке. 56,41. Вот такие вот орешки вытянули. Так. Детки у меня любят. Орешки. Вот, сейчас я Лунтика упущу, хорошо? И дальше буду продолжать. Он так пустил. И опустила Лунтика. Будем продолжать. Кетчуп до шашлычка. И самое главное, это сам шашлык. На 173,30, кило 20 тут. Сейчас я его в мисочку порежу так. И
Добавлю еще лук. Так, все хорошо, так. И пусть пока солнышко не спадет, потом уже, не знаю, часам уже в 4, разведу огонь, буду потихонечку жарить. Туда 5-6 часов. И взяла рыбку на 42-44. Ай, салака. Ай, она накапала мне. Главное, что на пакет не надежда. Санина зубная паста. Такая вот. Натуральная пишет. Мне нравится. Вот эта паста мне очень нравится. Она должна быть зеленого цвета, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Гель. Пахнет очень елью. Шишки, ель. Классная паста. Такой, взяла пасту. Ага. Приправа до плова. Так как я взяла рис, чтобы у нас был плов. Взяла кофе себе. Кофе недорогой, арабика. Надо себе чашечку сейчас сделать ароматного. С пеной кофе. Что-то недорого. Вы знаете, 60 грамм. Ну, что-то посмотрела. У меня еще в банке кофе осталось, еще есть. Ну, что потом, да, что-то. Или 54, что удивительно для меня было. Что-то недорого совсем кофе. Сейчас, если я быстро найду, я скажу. Вот. Капуста говорила, дрожжи. Не 50 грамм, как раньше, а 42 грамма. Вы себе вообще представляете? На 8 грамм урезали кусочек. А если человеку надо вот именно 50 грамм? Нет. Отрезали кусочек. Почему так? Ага, порошок 33,90. Вообще с нуля. Вот как раз белье стирать хорошо. Ну хорошо, мыло по 11,50. Сейчас мы до него дойдем. Я же хотела. Кетчуп 18,40. Зубная паста 21 гривна. Я же хотела кофе посмотреть, сколько ж кофе все-таки стоит. Кофе. Очень вкусно это кофе. Бифидобактерии, йогурты 2,55. Так, порошок. Говорила. Ага, 69 гривен. 70 гривен, да, почти 69. Это хорошая арабика. Сейчас я себе наколочу. А это морковочка. Это бабуся. 13 гривен. Такая молодая. Прям видно, что там листочки были. Ну, там, ботва. То есть, повезем ей. Так, и вот такие вкусняшки к чаю. Это рахат лукум. И он разный. На 42,66 разные тут такие кусочки. И разные серединки будут. Рахат лукум, вкуснятина. Вот за что я люблю эти супермаркеты. Там можно выбрать что-то для души, то, что ты любишь. А вот такие маленькие магазинчики, ну, там выбора нет. Конечно, что ты купишь? Ну, вот такие вот дрожжи, да, раньше 50 грамм, а теперь 42, как хочешь. Рыба накапала мне, и все. И теперь надо вот дрожжи. О, мыло, боже! Ну, и котятам корм. 18,69. Это они малютки вот такие вот. Боже, мыло. Как же будет? 5 пачек я таких купила. Ну, я так вытерла. Вот. Видите, какие они стали. Меньше даже по объему. Так, и вот таких 11,50. Раз, два, три, 5 кусков мыла. Так как я коллекционирую мыло, то стараюсь купить всегда что-то новенькое. Это с арбузом, с липой, с лимоном, с яблоком. А это что? Это с чем? Это шашлык. Запах очень приятный. Куски, видите, какие огромные. Лёля! Лёля, что ты моя хорошая? Мясо нельзя, сырое тебе. Я ей рыбную котлетку дала, потом корм купила.
Она слышит мяско. Сразу приучена была к мясу. Нельзя, пахнет вкусно, я знаю, но нельзя тебе сырое, только вареное, обработанное. Нельзя, Люлечка, что ты? Там еще проблемы будут с тобой. Нет, шки. А это вообще он жирное. Ну так. Уже не очень-то и шашлык-то будет. Ну ничего. Вот. Такой кусок, конечно, подсунула, ну ничего. Лучше самим делать, понятно, но нет времени. И так его приготовить еще надо. Ну сколько много. Килограмм много получается. Еще вот такие кружочки нарезала. Лук даст свой сок. Перемешаю ложкой. Я заметила, что лук они как будто бы не добавляют. Я беру готовый, и он всегда у них без лука. Может, я такой просто нахожу шашлык, и он чуть суховат. Что бы сюда добавить? Я бы сюда добавила бы еще что-то. Уж немного кефира. Я знаю, что кефир добавляют, кстати. Кефир, кстати, есть. Как раз в чашечке. Немножко кефирчика туда. Что-то совсем сухо. Что за шашлык такой? Как он настоится. Сейчас в холодильник. И пусть. Сейчас я немного отдохну. И у нас солнце. Это у нас 2:30. Самое солнце. Вот так. Даже я пощупаю. Немножко бы. Пахнет хорошо.